Всем привет, друзья! Я Антон Диас, и в данном видео я вам расскажу про заброшенные города России. Поехали! Нефтегорск. Ужасное землетрясение 28 мая 1995 года буквально стерло Нефтегорск с лица земли. 9-бальные толчки превратили десятки домов в руины. Погибло более 2000 человек. На данный момент здесь стоит лишь мрачный мемориальный знак. Куршино 2. 3 августа 1938 года начался пожар в советском поселке Курша-2. Прибывший товарняк с лесозаготовкой мог бы спасти многих людей. Но власти отдали приказ позаботиться в первую очередь о лесе. Поезд сумел вырваться из объятого пламенем поселка. Люди запрыгивали на платформу в последний момент. Вот только впереди их ждал пылающий мост. Заживо сгорело 1200 человек. Кадыкчан. Савенского это название так и переводится – «долина смерти». Во времена сталинских репрессий именно в Кадыкчан свозили узников со всей страны. После войны здесь добывали каменный уголь. Шахты были почти не приспособлены для человека. Ужасно, но такое положение дел сохранилось до 1996 года, а город просто умер. Иультин. Этот город погиб со спадом производства. В далеком 1953 году Иультин был построен прямо на самом крупном в стране полиметаллическом производстве. Рудники и горно-обогатительный комбинат давал работу почти 7000 человек. К 1996 году здесь оставалось лишь несколько десятков семей. Сейчас же Иультин полностью превратился в город-призрак. Финвал. Военный город, созданный в стратегических целях, должен был принять на себя первый удар потенциального противника, позволив провести эвакуацию более крупных поселений. Поселение стало полностью автономным. Свой клуб, детсад, школа, электростанция и даже несколько вертолетных площадок. Но кому это теперь нужно, когда ушла не в бытие целая страна? Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь дальше будет еще много интересного. До новых встреч!